Всем привет, всем доброго времени суток, с вами Виктория. И сейчас хочу представить вашему вниманию пальто из неопрена из новой коллекции «Зимний букет» от Алены Ахмадулиной, которая представлена в 16-м каталоге компании «Faberlic». Это пальто у меня в размере 52-м. В каталоге заявлено, что модель имеет свободный крой, поэтому если вы любите более прилегающие модели, то можно брать смело на размер меньше. Но хочу обратить ваше внимание, что в этой модели у нас имеется поясок достаточно широкий и достаточно широкие шлевочки, поэтому даже если будет немножечко свободненько, то я думаю, что поясок в принципе все отрегулирует, ничего страшного. Здесь у нас ткань неопрен, но он, знаете, ткань здесь такая достаточно плотненькая, тяжелая, она хорошо держит свою форму и вот для меня напоминает такой вот, знаете, вот когда на ощупь пробуешь, что такой вот мягенький тоненький поролончик. Если сравнить с бомбером, то там вот таких вот, скажем, тактильных ощущений нет. Там просто вот такая неопреновая, трикотажная плотная ткань. А здесь вот она вот, вы знаете, вот как будто вот немножечко как с поролончиком. Вот настолько она приятная, мягкая, но форму свою держит. Рукав у пальто у нас 3/4. Такая достаточно весенняя, яркая, сочная расцветка. Конечно, весной в этом пальто вы не замерзнете, и оно отлично подойдет, чтобы носить его с какими-то трикотажными брючками или носить с джинсами. Смотрится, в принципе, модель неплохо. Имеются запасные кнопочки. Здесь у нас идет планочка и потайные такие вот широкие кнопки. Я вам тоже попозже все это покажу. И у нас на этикетке заявлено, что это трикотажное пальто с рукавом 3/4 для женщины. Цвет мультиколор. Размер 52 и состав ткани. Здесь 98% полиэстер и 2% эластан. И произведена модель в Китае. И вы знаете, когда я вчера получила модель, то у меня как-то было первое желание поменять на размер 50. Показалось, что достаточно широковато, она мне смотрится немножко великовато. Но сегодня мерила с трикотажными брючками. В видео вы тоже все это увидите. В принципе, смотрится неплохо. Попробовала, вот вы знаете, я одеваю. На мне, конечно, здесь такой вот, ну, еще приличный запас получается. Но когда все под поясок, то в принципе смотрится неплохо. По линии талии небольшие такие вот получаются у нас как защипчики. Ткань форму свою держит, поэтому в принципе, ну, наверное, я вот еще закажу 50 размер и для сравнения посмотрю, как будет смотреться. И та модель, которая в каком размере мне понравится больше, как на мне сидит, то, наверное, модель я и оставлю. И я сделала небольшие замеры этого пальто. В размере 52 длина изделия от плечевого шва у нас идет 94 сантиметра. На мой рост получается, ну, прям по колено это пальто. В 50 размере, конечно, будет уже немножечко короче идти. Дальше, здесь у нас ширина подмышками у пальто 61 сантиметр примерно. То есть, как вы видите, модель у нас свободная. И если брать по обхвату груди, то примерно аж на 120 по груди. Но на мне, но еще раз повторюсь, смотрится достаточно очень так вот, если без пояса, то свободно. И по линии груди у нас имеются выточки. Но вы знаете, все-таки это верхняя одежда. И вы будете что-то пододевать, какой-то вот легкий джемперок, какую-то легкую блузочку под него. Поэтому, может быть, даже размер 50, если тоже сильно будет смотреться по фигуре, то, может быть, даже будет смотреться хуже. И у нас также вот примерно, если смотреть по бедрам это пальто, то по бедрам получается у нас ширина также 61-62 сантиметра. То есть, если с пояском, то смотрится так вот достаточно пышно. И у нас у пальто имеются вот такие глубокие внутренние кармашки, достаточно они глубокие, и я вам уже говорила о том, что здесь есть у нас потайные кнопочки. Сейчас расстегну кнопочку и покажу вам, какие здесь у него идут кнопки. Как вы видите, кнопки здесь такие достаточно объемные, они вот так вот у нас пришиты. И вот по всей планочке, по всей линии изделия у нас имеются здесь потайные крупные кнопки. Вчера, девчонки, даже боялась прям вот аккуратно кнопки старалась. Уже сегодня как-то я приноровилась. Покажу вам поближе. Вот так вот они у нас пришиты на этом пальто. И вот с обратной стороны у нас тоже здесь у нас все пришито. По
внутренней части изделия. Давайте рассмотрим поближе. Здесь тоже все прошито достаточно аккуратно. Вот такой здесь глубокий большой карман. Как вы видите, строчки все здесь достаточно аккуратненькие, ровненькие. Подол здесь тоже вот у нас подшит достаточно все аккуратно, ровненько. И вот попробую вам показать, что здесь такая вот, ну вот если вот посмотреть в толщину, вот здесь подвернута, то ткань такая достаточно плотненькая, достаточно она такая толстенькая, и вот она очень эластичная, тянется здесь ткань достаточно прилично. Но еще раз повторюсь, свою форму эта ткань держит, вот так как ткань такая как поролончик и достаточно плотненькая. Так что вот такое вот пальто и вот такой вот ширины пояс. В принципе, нигде недочетов я не нашла, но вот у меня по поясу, конечно, немножко не совсем приятно. Обнаружила вот вчера, что вот здесь вот чуть-чуть недострочена строчка где-то. Получается так, попробую вам показать. А, вот здесь вот видите, это вот получилось, что у меня здесь вот часть не захвачена, не прострочена. Но я думаю, что если оставлять, то здесь как-то вот аккуратненько я это все уберу. В принципе, ничего страшного, но немного неприятно. Но сейчас посмотрите, как смотрится на мне это пальто. Так что не переключайтесь. Девчоночки, всем еще раз большой привет! С вами Виктория. И сейчас я хочу показать вам, как смотрится на мне пальто из неопрена из новой коллекции «Зимний букет» от Алены Ахмадулиной, которая у нас представлена в 16-м каталоге. Это пальто я заказала в размере 52-м. Пальто имеет такую вот сочную, яркую расцветку. У него рукав 3/4, плечико приспущено. То есть идет у нас рукав не по линии плеча, а вот он идет приспущенный. Застегивается на кнопочки потайные, такие вот достаточно крупного диаметра. И пальто имеет поясок. Вы знаете, это пальто я заказала в размере 52. У нас в каталоге указано, что это свободный крой, поэтому если вы предпочитаете вещи, которые сидят у вас более по фигуре, то лучше взять пальто на размер меньше. Долго я думала, какой взять размер 50 или 52. Вообще сейчас вот верхнюю одежду я ношу размер 52, поэтому все-таки долго раздумывая решила, что так как это верхняя одежда, обязательно у нас под этой одеждой что-то будет, какая-то кофточка, либо какой-то вот трикотажная футболочка, то поэтому, конечно, лучше взять вещи своего размера. Но когда вчера я принесла это пальто домой, примерила, то у меня было первое желание поменять его на 50 размер, так как мне показалось, что вот, ну, как-то вот по бедрам оно на мне широковато. Но вот так вот в спине, если без пояса, то смотрится оно свободненько. Но сегодня, когда я стала снимать видео, примерила это пальто с трикотажными брючками из коллекции Анималиста. Сейчас на мне тоже вот тоненький джемперок из коллекции «Зимний букет», то вы знаете, вот в принципе с пояском смотрится оно нормально. Запас, конечно, здесь у меня еще везде есть, но все-таки я думаю, что, наверное, это, так как это верхняя одежда, то, наверное, все-таки лучше оставить в этом размере. Но в итоге решила, что закажу еще, наверное, размер 50 и сравню, вот как будет смотреться на мне 50 и 52, затем определюсь, какое смотрится лучше. Сейчас я отойду подальше и покажу вам, как смотрится это пальто. Вы знаете, еще хочу сказать, что пальто достаточно тепленькое, так как здесь у нас неопрен, такой вот он очень мягкий, и вот ткань напоминает вот как тоненький поролончик, то есть она очень мягкая и такая вот достаточно податливая, но форму эта ткань держит. Поэтому, конечно, для того, чтобы носить его весной, оно подойдет отлично под брючки, под джинсы, даже вот под с какой-то юбочкой, я думаю, что будет смотреться великолепно. И, конечно же, такая вот яркая расцветка, которая поднимает настроение, отлично подойдет для весны. Итак, смотрите, как выглядит это пальто на мне. Здесь у него достаточно широкий поясок, имеются шлевочки под поясок, и вот размер 52 размер на мне, ну, идет вот практически по колено, может быть, чуть-чуть выше получается. У меня рост примерно 1,67 м. Сейчас на мне трикотажные брючки из коллекции Анималист, это вот такие, которые у нас идут в обтяжечку, и вот так оно смотрится с этими брючками. По бокам имеются два прорезных кармашка. Вы знаете, я попробовала, думаю, вот если будет 50-й,
ленты, как вот чуть-чуть вот нахлёст побольше сделать, когда вот еще на кнопочки не застегивала, то вот получается, что вот эти кармашки как-то аж вот начинают натягиваться. Поэтому даже теперь вот я в раздумьях все-таки решила, что, наверное, закажу еще 50-й, померяю, сравню, затем определюсь с выбором. Конечно, здесь такой вот достаточно широковатый рукав, рукав 3/4, поэтому можно его весной будет носить, в принципе, как и вот так вот, и с каким-то вот удлиненным джемперочком или с какой-то вот однотонной удлиненной кофточкой. Сейчас вот еще раз отойду подальше, чтобы вы посмотрели, как смотрится на мне эта моделька. В принципе, вы знаете, вот расцветка мне понравилась. Я люблю такие вот яркие, жизнерадостные расцветки на весну. Сейчас повернусь к вам спиной и покажу вам, как смотрится на мне эта пальтишка со спины. И вот так вот оно смотрится по спине. Как видите, здесь в спине оно тоже под поясок смотрится свободненько, нигде ничего не обтягивает. Но все-таки, наверное, 50-й размер. Девчонки, я думаю, что если тоже вот обтянет, то если вы оденете под джинсы, то будет смотреться, конечно, не очень хорошо. Я сейчас покажу вам еще раз с пояском эту модельку. Здесь кармашки такие вот достаточно глубокие, объемные, и вот, ну, они вот так вот, в принципе, хорошо прилегают. И сейчас я развяжу поясок и покажу вам, как смотрится без пояска. То есть, если без пояса, то вот, как вы видите, оно такое вот достаточно объемное и достаточно свободное по мне. То есть, в принципе, запас еще здесь такой приличный у него имеется. Поэтому поначалу, вот я говорю, вчера, когда померила, то показалось мне, думаю, наверное, все-таки оно мне великовато. Но вот когда завязываешь поясок, то с пояском вот оно смотрится такое вот пышненькое, немножечко вот идут такие вот сборочки вот здесь получается у нас по линии талии. Так что, девчонки, смотрите, конечно, сами, решать вам насчет этого пальто, но я еще раз хочу сказать, что достаточно необычное, яркое. Кто любит такие вот сочные, яркие краски на весну, то подойдет отлично. И холодно вам весной в этом пальтишке не будет. Ну вот такой вот получается, что легкий весенний плащ. Но вот я сейчас, знаете, стою, все-таки мне уже в нем жарковато. Поэтому еще раз хочу сказать, что думаю, что будет оно достаточно такое вот тепленькое на весну в самый раз. На этом был весь мой обзор на пальто из неопрена из коллекции «Зимний букет». Пишите ваше мнение, мне будет интересно прочитать ваши комментарии. Кому понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, не пропускайте новые видео. И ссылочка для регистрации в мою структуру в компании «Faberlic» всегда есть под моими видео. Пока-пока, до свидания, до новых встреч!